У Гомелі з'явілася алея землеўпарадкавальнікаў. Дрэвы высадзілі ўздоўж возера «Бурае балота». Новую зялёную зону роднаму гораду падарылі калектыў галоўнага ўправлення землеўпарадкавання Гомельскага аблвыканкама, Гомельгеадэс-цэнтра і праектнага інстытута «Гомельгіпразем». На год адразу некалькі. Гэта стагоддзе з дня стварэння органаў землеўпарадкавання рэгіёна, год малой радзімы і тыдзень лесу. Больш як 150 маладых клёнаў з'явіліся ўздоўж возера побач з пляжам. Корпоративное мероприятие проходило в семейном формате. Занимаясь этой идеей, мы думали о будущем и уже себе представили, когда эти деревья вырастут, нам будет как минимум приятно видеть, что это нашими руками сделана эта аллея. Мы здесь с детьми, опять же, это и воспитательная роль. Они увидят, что таким же образом и они поучаствовали в этом деле. И преемственность поколений здесь играет свою роль. Землеупорядковальники обещают сочить за лесом своей аллеи.